В мадридском «Атлетико» явно не жалеют о недавнем приобретении в лице Жоао Феликса. Благодаря двум голам португальского нападающего испанцы переиграли итальянский «Ювентус» в заключительном матче Международного кубка чемпионов в Стокгольме. Точный удар новичка «Атлетико» вывел мадридцев вперед на 24-й минуте. Туринцы быстро восстановили равенство в счете. Исход игры решил второй гол Феликса на 33-й минуте. 19-летний игрок подписал 7-летний контракт с «Атлетико» совсем недавно, в июле. Его трансфер из «Бенфики» в 126 миллионов евро занял 4-е место в десятке самых дорогих продаж в истории футбола. Турнир в Стокгольме стал своеобразным личным поединком восходящей португальской звезды с соотечественником – семеркой «Ювентуса» Криштиану Роналду.